Здравствуйте. Курмикта Касым-Жомарт Кемелюлы. Меня зовут Елена Семидовских. Являюсь общественным заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана по Северо-Казахстанской области. В республике у нас действуют республиканские штабы на региональном уровне, региональные штабы. Так, на базе Дома дружбы у нас открыт единый фронт-офис волонтерства Бергемас под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Также Дом дружбы является у нас пунктом сбора гуманитарной помощи. Первую гуманитарную помощь нам начали оказывать наши местные предприниматели, подключились активные жители. Также по республике Ассамблеи была запущена акция «Джурикен-Джурике», и подключились все регионы нашей страны. Первую гуманитарную помощь мы получили из столицы, затем из Павлодарской области, Восточно-Казахстанской области. И сейчас к нам сюда приезжают все регионы.